учителя Добетникова, заслуженная артистка России Елена Вороненко, лауреаты международного фестиваля в Казахстане, артисты Кузнецова, Кирилл Калютин, Артем Лахмадов, лауреаты Чинуков международного фестиваля, Турбинска Калыхалова, тяжелым руководством заслуженной артистки России Марина Казакова, победители международного фестиваля в Москве и Испании, акробаты Трушины, победители международного победители четырех международных церковных фестивалей Чехида Якова Р. Лауреат международного конкурса «Принцесса цирка» Мила Ковычева и лауреат фестиваля «Идол в Москве» полностью группа «Захвата». Рок-группа «Белтаун». И, конечно, Скотт и Эдгар Салашкин. Через три часа нашего спектакля вот у меня появилась возможность с вами поздороваться. К сожалению, нам придется уже попрощаться. Дело в том, что наши гастроли здесь в Риге закончились. Мы работали всего три дня, но зато за эти три дня нас посетило рижан и гостей вашего города более 25 тысяч. Громадное вам за это спасибо. Господа и милые дамы, пусть эмоции в красках горят без конца. Вам понравилась радуга нашей программы? Значит, услышали вы наши сердца!